завтра иду в школу. Завтра, кстати, уже 1 сентября. А мне тоже нравится твой костюмчик. Очень миленький рюкзачок. Красиво сочетается красный с желтым цветом. У тебя там милый мишка на спинке. Мне тоже очень нравится. Элис, кстати, тебя в школу не возьмут. Ты еще совсем-совсем маленькая. Думаешь? Нет, меня должны взять в школу, иначе я буду плакать. Элис, ты слышала там что-то? Нет, ничего не слышала. А как думаешь, что там может быть? Пошли посмотрим. Давай посмотрим. Так, что это за коробочка? Как она тут оказалась? Элис, смотри. Что за коробочка? Дай тоже посмотрю. Офигеть, тут сколько много канцелярии. Паттерс, как делить будем? Я думаю, мы будем выбирать по очереди, кому что. Паттерс, ты меня кинул. Мне теперь одной надо тащить эту коробку. Блин. Но здесь столько много всего. Может быть, пока Баттерс не видит, забрать одну ручечку? Как думаете? Напишите в комментариях. Элис, я все слышу вообще-то. Ну, блин. Все, Баттерс, я принесла, давай разбирать. Так, чур, вот это вот хвостик голубенький мой. Ой, какой он красивенький. Я обожаю русалочек. А еще такой милый тут помпончик. Элис, ты что так странно бегаешь? Так, ну ладно, теперь я буду что-то выбирать. Мне понравилось. Сейчас я понюхаю, сейчас я найду, что мне понравилось. Элис, ты слишком долго выбираешь. Нормально, я выбираю. Все, я выбрала вот эту вот ручечку. Похожую на тебя, Баттерс. Какая она красивая. Ой, сейчас моя очередь. Элисочек, ты что свой хвост засунула в коробочку? Тёк. Я хочу вот эту пушистую ручку, которая блестит. Мне очень нравятся всякие разные помпошки. Особенно об них тереться и играться с ними. И шуршать, конечно же. Вот, давай поиграем. Упс. Так, что тут еще есть интересненькое? Так, Баттерс, хороший у тебя вкус. Все самое лучшее забираешь. Так, я выбрала. Я выбрала вот эту красивую ручечку. Да, я заметила, что хвост у нее такой же пушистый, прям как у тебя. Да, эта птичка на меня похожа хвостиком. Мне очень поэтому понравилась. Клевая она. Все, Баттерс, твоя очередь, выбирай себе что-нибудь там. Так, и что за я хочу? Так, мы пока что выбираем ручки за с тобой, да? Да. Тогда я хочу ручку с единорожком, вот эту. Она тоже с помпоном, как вы видите. Мне просто очень нравятся ручки с помпончиками. Вот какие они классные. Смотрите, у меня за три ручки с помпонами. Так, моя очередь выбирать. Что я выберу? Сейчас я что-то такое выберу. Блин, коробка катается. О, я, кажется, выбрала. Что-то очень прикольное. Элис, ты слишком сильно толкаешь коробку. Нормально я толкаю. Я выбрала вот что-то такое с ананасиком. Очень красиво и тоже на меня похоже. Правда, я немножко не понимаю, что это такое вообще. Элис, вообще-то это стикеры в виде ананаса. Стикеры в виде ананаса? Всегда о них мечтала. И куда ты их будешь клеить? Хей, тебе на попу. Не поместится. Что за взять? Столько всего интересного тут лежит. Знаешь, что я хочу? Я хочу радугу. Я выбрала вот такую вот радугу. Это точилка, на самом деле, если вы посмотрите розового цвета с другой стороны. Элис, зацени. Элис. Какая прикольная точилочка. У тебя вкус хороший, Баттерс. Да, вкус у меня, конечно, хороший. Я эстет. Так, теперь моя очередь наконец-то выбирать. Что я выберу? Так. Ну давай уже быстрее выбирай. Интересно, что ты вытянешь? Мне вот понравились, если честно, вот эти карандасы. Которые цветные, что ли? Да, именно они. Какие клевые карандашики. Трех цветов. Оранжевый, розовый и зеленый. Все, Баттерс, поскорее выбирай ты, потом опять я. Вообще-то это бирюзовый цвет, если ты не заметила. Нет, не заметила, это зеленый. Пишите в комментариях, бирюзовый это или зеленый. Бирюзовый. Я сказала зеленый. Ладно, пишите в комментариях, но все равно это бирюзовый. Что там такое осталось? Элис, вообще-то сейчас моя очередь. Ты что носиком там тыкаешься? Да я просто посмотрела. Ага, заранее уже выбираешь, что вытянуть, да? Я выбрала точилку с кактусом. Смотрите, какая она миленькая. Мне очень нравится. Она тоже такая прозрачная, клевая.
Давай, выбирай. Как-то странно получается. У меня карандаши, а у тебя точилки. Интересно, так есть еще точилочки? Сейчас посмотрим. Нет, там больше нет точилок. Я уже проверяла, я все забрала себе. Ну ладно, тогда я выбрала вот этот пончик. Это, кажется, блокнотик. Да-да, Элис, это вообще-то тоже стикеры. Но это блокнотик со стикерами, я хотела сказать. Он очень клевый. Я даже сама себе завидую. А ты вообще видела, что там котик-то изображен? Это потому, что я люблю котиков. Я же люблю тебя. Так. И что за там осталось? Я хочу вот эти скрепочки. Смотри, я хочу вот эти скрепочки. Они очень стильные. Какие прикольные скрепочки. Но мне они ни к чему. Я сейчас себе что-нибудь другое выберу. О, закладочки! Закладочки для книги. Я же часто читаю. Смотрите, какие клевые закладки. Это еще и скрепки. Можно хоть что скреплять, хоть куда закладывать. Кайфовые. Ты у нас очень много читаешь. Хи-хи-хи. А что ты смеешься? Я много читаю. Например, состав корма, чтоб там был ягненок. А я больше люблю говядину с курицей. Особенно сырую курочку. Ну так редко, конечно, даю. Ха, и рисотик. А я больше всего люблю огурчики, бананчики, вкусняшки всякие, в общем. Хм, а тут еще есть вот такая вот морковка. Хотя нет, я, наверное, все-таки возьму вот этот вот наборчик с карандашами и ластиками, чтобы у меня был полный набор. Ручки, точилки, карандаши, ластики и скрепки. Все логично. Так, моя очередь выбирать. Раз ты не выбрала морковку, я люблю морковку кушать. Так что я возьму морковку канцелярию. Смотрите, какая клевая морковка. Вы думаете, что ее можно есть? Нет, я вам скажу, что ее есть нельзя. Хотя вот видите, я попробовала. Нет, не вкусно. Это пластик. На самом деле, это просто ручка. Это карандашик вообще-то, Элис, а не ручка. Ой, точно карандашик. Во прикол, мне нравится. Хи-хи-хи. Так, и что там осталось? Выбор-то уже не очень большой стал. Так, ладно, я хочу себе наборчик вот этих вот карандашей, которые под мрамор, еще и розовенькие к тому же. Офигеть, какая красотища! У Вики есть такой стол, еще пол, еще стул, еще один стол и посуда. Ты теперь как Вика. Ага, это точно крошевый мрамор, мне нравится. Особенно белого цвета, который с серыми прожилочками. Так, там уже немного осталось. Угу, Элис, твоя очередь выбирать. Выбери там что-нибудь за меня, Баттерс. Ну ладно, Элис, я тебе выберу. Пусть у тебя будет ручка с фламинго. У тебя ведь нет ни одной ручки, у тебя только одни карандаши. Спасибо, Бат. Да, не за что, доставай. Там, кстати, две ручки с фламинго, тебе поярче или посветлее? Поярче, конечно. Тогда это тебе фламинго. Вот этот фламинго твой. Точу, Элис, у тебя одни фламинго почти получились. А потому что я люблю фламинго. Говорят, что я и сама похожа на фламинго. Пишите в комментариях, это так или не так. Твой хвост больше похож на пальмочку или на ананасик? Я тоже так думаю. Кстати, я думаю перекрасить свой хвостик и попросить об этом Вику. Боюсь, она мне откажет. Но только я еще не знаю, в какой цвет хочу перекрасить свой хвостик. В розовый, как у фламинго. Да, было бы клево. Интересно, что Вика мне скажет на это? А вдруг Денис заругает? Ох. Не знаю, ты лучше спроси, может они тебе разрешат. И скажи, что ты очень хочешь. Ладно, обязательно спрошу. Мне кажется, будет что-то прикольное. Эль, знаешь, что я придумала? А может тебе хвост покрасить в оранжевый цвет? Он будет хорошо сочетаться с твоей шерсткой, а еще как раз с осенью. Не, я не хочу оранжевый, как будто заржавел или я напукала. Это у тебя просто такая фантазия. Какая? Что оранжевый хвостик значит пропуканный? Ну да. Ладно, я возьму себе... Так, что я возьму? Тоже ручку с фламинго. Вот она. А я себе возьму вон того ленивца. Или кто это там, куала? Элис, это ленивец, потому что он висит на дереве. И написано Lazy Day. Это ленивец, потому что он ленивый. Ну да, он от природы просто такой. Потому что ему не нужно ничего. Я хочу себе вот эти вот фиолетовые стикеры.
опачки. Смотри, там разные цвета и оттенки. На самом деле там мало цветов. Все какие-то синие. Не синие, а сиреневые и фиолетовые. Ну что, Элис, а у тебя выбора-то там не осталось. Только одна линейка с самолетом. Я так и знала, что ты меня обманешь. Ну ладно, давай, может мне она понравится. Какой красивенький самолет-линейка. Клево! Ну что, теперь мы готовы идти в первый класс в первый раз. Как тебе? Я думаю, что тебя в садик надо бы. Саму тебя в садик надо? Все еще на горшок ходишь. А ты вообще на пеленку, как лялечка маленькая. Ну что ж, ребят, мы собрались в первый класс в первый раз. Поздравляем всех с первым сентября днем знаний. С вами была Элис и Кися Баттерс. Всем мяу-мяу. Я вас всех люблю. Я тоже люблю. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Мяу-мяу.